Ирина Колдаева, 28 лет. Стаж вождения 8 лет. Является заядлым автовладельцем. Участница конкурса «Автоледи Оренбуржья 2012. Я всегда любила машины, всегда ездила у папы на коленках, и с детства мне это привито. Поэтому пошла учиться в 19 лет. А какую роль для тебя играет машина? Может быть, это друг, подруга? Нет, машина для меня больше как удовольствие, хобби. Ну и, конечно, необходимость. У тебя есть какое-то любимое место в городе, куда ты можешь просто приехать, там, посидеть пару минут, отдохнуть душой? Да, есть такое? Конечно, есть одно секретное любимое место. Отвезешь нас туда? Обязательно. Вот сейчас мы туда и отправимся. Поехали. Слушайте, нас привезла в очень красивое место. Расскажи, где мы находимся. Это мой любимый парк в Росташах, Ивушка. Часто ли ты сюда приезжаешь? Ну, хотелось бы чаще. Мы сюда приезжаем в основном с ребенком погулять здесь спокойно, никакой суеты, толпы. Слушай, а как ты думаешь, как относится мужчина к девушке за рулем? Ну, не знаю, все время смотрит подозрительно. Таким ощущением, что они думают, где я взяла такую машину. Завидно. Да, наверное, когда едешь на дорогой машине, то, наверное, как-то смотрят. Предвзято, может быть. Скажи мне, какую музыку ты предпочитаешь слушать за рулем? Я люблю разную музыку, по настроению, в зависимости от настроения. А, ну, в основном вот так, со средненьким настроением. Ну, в принципе, вот, как сегодня, ну, что-нибудь, какую-нибудь американскую с басами. А как громко ты ее обычно слушаешь? Ой, я люблю очень громко слушать музыку. Например, вот так. С вами были Ирина Колдаева, Ксения Котова, Александр Ванын. Специально для «Геометрия ТВ». Thank you.